Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте! Сегодня в эфире. Голосуйте за будущих депутатов парламента Западной Армении. Сыны Западной Армении Эдгар Багумян. Вопросы армян Западной Армении. Представители Арцаха не допустили форум ООН по делам беженцев. Вскоре Баку ответит на комментарии Армении по мирному договору. США верят в возможность мира между Арменией и Баку после обмена пленными. Армянские надписи найдены в средневековой крепости Иордании. Законодательные выборы 2023 года. Избирательная комиссия парламента Республики Западной Армении представляет официальный список кандидатов в депутаты парламента Западной Армении на выборы 2023 года. Принимайте участие в выборах будущий парламент Республики Западная Армения. Заполните форму опроса и проголосуйте. Подтверждение вашего выбора «за», «против» или «я воздерживаюсь» и правильно заполненная форма будет завершена нажатием клавиши «отправить». Вы можете проголосовать только «за», «против» или «воздержался». Любые другие варианты будут признаны недействительными. Проголосовав, вы поддерживаете или отклоняете представленных в списке будущих депутатов парламента Западной Армении. Форма для голосования будет открыта с 8 утра 8 декабря 2023 года по 15 декабря 2023 года до 12 ночи. Эдгар Багумян родился 10 марта 2002 года в городе Масис. С 2007 года учился во второй начальной школе города Масис. После окончания школы поступил в сельскохозяйственный колледж города Масис, получив квалификацию менеджмент. В армию был призван 10 июля 2020 года. Служил водителем расчета в Степанакерской воинской части Айказов. С первого дня начавшейся 44-дневной войны участвовал в боевых действиях за Гадрут, Варанду и Чартар, умело выполняя поставленные боевые задачи. За 2 месяца службы проявил мужество и отвагу. За 32 дня боя и до последних минут жизни добросовестно и с чувством высокого долга выполнял обязанности. Рядовой Багумян погиб 28 октября в Балабали от взрыва снаряда артиллерии противника. Эдгар Багумян посмертно награжден медалью за отвагу. Вечная слава павшим в бою героям. После подписания Брест-Литовского договора власти Закавказья оказались перед сложной проблемой – признавать данный договор или нет. Сразу после подписания договора командующий турецкой армией на Кавказском фронте Вехип направляет телеграмму командующим кавказскими войсками Лебединскому с требованием освободить кратчайшие сроки провинции Карс, Ардаган и Батуми. В другой телеграмме Вехип сообщал Лебединскому, что армяне якобы продолжают насилие в отношении мусульманского населения района Карин, из-за чего сами турки вынуждены немедленно принять меры для освобождения упомянутых мест. Насилие, якобы совершенное армянами, было всего лишь поводом для нашествия на Карин. 23 февраля 1918 года в Трабзон отправились оракулы закавказских властей, получив турецкое требование освободить Карс, Батум и Артаган. От имени Закавказского сейма и председателей правительства Чхаидзе и Гегичкори была отправлена телеграмма Вехипу, в которой был опрос, следует ли изучить вопрос об освобождении указанных районов и не желает ли турецкое правительство начать мирные переговоры с Закавказьем. Вечером 26 февраля 1918 года Закавказский сейм созывает экстренное заседание и обсуждает требования турок. Подробности экстренного заседания сейма доступны на нашем сайте Western Armenia TV. В Женеве проходит международный форум ООН по делам беженцев. Согласно нашей информации, в конференции также должны принять участие представители общественной организации Арцаха. Однако в последний момент им было отказано в выдаче визы. Мэр Гадрута Республики Арцах Ван Савадян сообщил, что 11 декабря посольство отказало в выдаче визы. В армянской делегации, участвующей в конференции, нет представителей Арцаха. Я не могу сказать, по какой причине отказали. Я также не могу сказать, было ли решение принято по политическим или другим причинам. Пока ничего не ясно. Министерство иностранных дел Армении также не дало никаких разъяснений. Но все это очень странно, учитывая, что поездка носит практический характер и была направлена на ознакомление мира с проблемами беженцев, в том числе юридическими, это кажется еще более странным.
Баку в ближайшее время предоставит ответы на комментарии Еревана по проекту мирного договора между двумя странами. Об этом, как передают агентство АПА, заявил министр иностранных дел Баку Джейхун Байрамов. В настоящее время азербайджанская сторона формирует свое мнение по полученной от армянской стороны комментариям. «Наш ответ будет передан Армении в ближайшее время», – отметил Байрамов. По его словам, сейчас у двух стран есть историческая возможность для нормализации отношений. И Баку, и Анкара полагают, что соседи в регионе должны жить в мире. Мы ожидаем, что и Армения будет предпринимать следующие шаги, исходя из аналогичного подхода, добавил Байрамов. 6 декабря глава Баку Ильхам Алиев обвинил власти Армении в затягивании работы над мирным документом. По его словам, мирное соглашение – это документ максимум на 6-7 страниц, включая менее 20 статей. Армении понадобилось целых 70 дней на то, чтобы ответить на комментарии азербайджанской стороны. Президент Баку добавил, что всего между Баку и Ереваном состоялось порядка 5-6 обменов комментариями по проекту мирного договора. Последние свои комментарии азербайджанская сторона отправила 11 сентября. На следующий день Восточная Армения заявила, что ответила на комментарии азербайджанской стороны. Соединенные Штаты верят в то, что мир между Арменией и Баку возможен после того, как стороны обменялись пленными. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер. «Мы приветствуем возвращение пленных армянских и азербайджанских граждан 13 декабря, а также информацию, что стороны обсуждают дополнительные меры по укреплению доверия. Мы по-прежнему верим, что мир возможен, если обе стороны готовы его добиваться». Миллер добавил, что США продолжат вести работу в этом направлении с Баку и Ереваном. 13 декабря Восточная Армения и Баку осуществили обмен задержанными в разные периоды военнослужащими. Напомним, договоренность об обмене пленными между Арменией и Баку стала известна 7 декабря этого года. В результате переговоров, проведенных между администрацией премьер-министра Восточной Армении и администрацией президента Баку, Азербайджан обязался освободить 32 армянских военнопленных, а Армения – 2 азербайджанских военнопленных. Заведующий кафедрой культурологии ЕГУ, доктор исторических наук, профессор Гамлет Петрусян 13 декабря в рамках прошедшей в университете лекции представил подробности об армянских надписях, найденных в результате археологических исследований экспедиции крепости Шобак в Иордании. На лекции на тему недавно обнаруженной в Иордании армянские надписи профессор отметил, что был лично приглашен экспедицией Флорентийского университета, ведущей раскопки крепости 12 века. Петрусян ознакомился с двумя плитами с армянскими надписями, найденными во дворе церкви, построенной крестоносцами, а также изучил обстоятельства находки. Гамлет Петрусян отметил, что уже более 10 лет сотрудничает с кафедрой средневековой археологии Флорентийского университета. «Мы исследовали Вайдзорский участок с шелкового пути. Скоро выйдет в свет книга «Ерегис», посвященная особой роли Вайдзора во время монгольского владычества. Армяно-итальянская экспедиция уже третий год проводит совместные раскопки в Двине. Поскольку наши партнеры также являются членами археологической экспедиции Петра Шобак Флорентийского университета, мы находимся в очень тесных отношениях и не раз говорили об отношениях к Киликийской Армении в период крестоносцев, религиозном и культурном присутствии армян в этих районах. Очень отрадно, что при раскопках Шобака наши археологи случайно обнаружили плиту с армянскими надписями, пояснил Петрусян, добавив, что они отправились с археологом, участницей экспедиции Двина Татьяны Вартанесовой. По словам археолога, более активное армянское присутствие в Иордании ощущалось параллельно с крестовыми походами. Не раз крестоносцы пытались заручиться поддержкой киликийских царей или властей. Цари Киликии также стремились получить свою корону от европейских монархов. Уже с XII века, особенно во время Третьего крестового похода между Киликийским двором и иорданским вождем Салах ад-Дином с одной стороны и крестоносцами с другой стороны сложились весьма напряженные отношения. Плиты с армянскими надписями были найдены во время зачистки территории, прилегающей к южной части церкви, построенной крестоносцами в крепости Шобак. По первоначальной гипотезе, в этом районе находилось большое кладбище, и не исключено, что эти плиты происходят от каких-то его построек. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение.
Ovaşların porti satel, kaderen klesan sılavi. Çe varın oyne, aysteri içel, hayne dere aysori. Ovaşların porti satel, kaderen klesan sılavi. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!